есть несколько фотографий с премьеры фильма «Елки 8». Это Филипп Киркоров в таком одеянии. И вот это какой симпатичный сын у Филиппа Киркорова. А там ботиночки видны. Впереди, наверное, стоит Алла Виктория. И вот она в таком красивом платьишке блестящем. И там звездочки нарисованы. Жалко, я не могу найти, как она выглядит. А это с Ольгой Бузовой. У Ольги Бузовой такой огромный бант на голове. Не тяжело ей? О, а тут есть, как Филипп Киркоров снимает ролик и танцует. Я дам ссылку, посмотрите. Я не буду включать, чтобы не нарушать права чьи-то. Вот, мальчик просто прелесть. Люблю детишек. Сразу в глаза бросаются детишки, а все остальное потом. И, пожалуй, наверное, я остановлюсь вот на этой картиночке. Мне больше нравятся детишки.